Феликс Валентинович, добрый день. Добрый день, Александр. Мы с вами встретились сегодня на территории пункта таможенного оформления Гомель-Белтамаш-сервис. Какие задачи он помогает решать и вашим коллегам, и региону в целом? Гомель-Белтамаш-сервис – это ведомственный пункт таможенного оформления, и на нем проходит так называемую таможенную очистку те товары, которые поступают сюда в адрес субъектов хозяйственных, которые расположены в регионе деятельности Гомельской таможни. Ну и отчасти здесь растамаживаются товары, которые ввозят субъектами хозяйственные и Минской, и Брестской таможни, Брестской области. Но все это зависит от логистики. Понятно, что украинские товары, наверное, иной раз легче везти сюда, очистить к таможенному отношению, а потом дальше доставлять заинтересованным лицам. Гомель-Белтамаш-сервис, как ведомственный пункт таможенного оформления, он очень большое значение и большую роль играет, в том числе и в структуре гомельской таможни. Вот. Здесь оформляется порядка 30%, может даже несколько более экспортных товаров и более половины импортных товаров, которые вот сюда, в Гомельскую область, поступают. То есть для региона это действительно по-настоящему стратегический объект, в том числе ввиду значимых поступлений в бюджет? Да, можно говорить и об объемах тех товаров, которые сюда ввозятся. Я отмечу, что порядка 13 тысяч грузовых автомобилей в течение года здесь оформляются вместе с товарами. Совершается порядка 85 тысяч таможенных операций в отношении тех товаров и транспортных средств. Ну, а если говорить о тех таможенных платежах, которые взыскиваются, то вот на сегодняшний день порядка 350 миллионов таможенных платежей рублей поступило в бюджет от деятельности именно этого ведомственного пункта таможенного оформления, ну, с учетом того, что вся таможня дала порядка 1 100 000 000. Феликс Валентинович, у вас за плечами достаточно большой опыт работы на руководящих должностях в Могилевской и Минской таможне. Минской региональной, да. А вот интересно, чем специфична нынешняя зона ответственности? Я и о людях, и о вооружении, и о профессионализме, да и не только. А я бы с этого, может быть, и начал бы. Наверное, не с того, что специфично для Гомельской таможни, а о том, что объединяет, наверное, и Могилевскую, и Минскую региональную таможню, и Гомельскую, да и все, наверное, таможни республики. Республики Беларусь – это профессионализм и ответственное отношение сотрудников к выполняемым задачам. Но если говорить об определенных особенностях, конечно, в каждой таможне особенности свои. Если говорить о Гомеле, то у нас достаточно протяженная граница с Украиной, 620 километров. У нас достаточно большой участок границы с Российской Федерацией, порядка 180 километров. Ну и знаете, хотел бы такую специфичную деталь отметить гомельской таможни. В принципе, мы, наверное, единственные, кто в стране оформляет товары, которые речным транспортом перемещаются. У нас три речных порта – это Гомель, Речица и Мозырь. Вот. Поэтому можно смело говорить, что Гомельская таможня – таможня единственная в стране, которая всеми пятью видами транспорта товары оформляет, которые перемещаются. Это автодорожный транспорт, автомобильный, это железнодорожный, это воздушный, это водный, трубопроводный транспорт. Ну и можно отметить, что мы ведем учет, в том числе и товаров, которые перемещаются по линиям электропередач. Какие нарушения таможенного законодательства сегодня являются наиболее распространенными? Если говорить об административных правонарушениях, то, наверное, это правонарушения, которые связаны с недекларированием товара. Если говорить о том, что вот за истекший период таможня выявила более 3000 административных правонарушений, то правонарушений, связанных с недекларированием товаров, более 1800. То есть это больше половины, наверное, всех незаконных действий, которые совершаются. А если говорить о более тяжелых нарушениях, если говорить о преступлениях, то, наверное, это преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Вот из более чем 50 уголовных дел, которые возбудила Гомельская таможня в этом году, и возбужденных по материалам Гомельской таможни, порядка 40 уголовных дел как раз связаны с незаконным оборотом наркотиков. Как противостоять? Наверняка и вы, коллеги, все время задаетесь этим вопросом. Помимо кадрового потенциала, техническое переоснащение, безусловно, необходимо?
безусловно, необходимо. И на вооружении у гомельской таможни, как и у других таможен, достаточно большой арсенал технических средств таможенного контроля. Причем на сегодняшний день преобладают технические средства неинтрузивного контроля. Нам не надо откручивать винты, разрушать какие-то конструктивные элементы. Недавно получили новый томограф, поставили его в пункте пропуска нового ЭГУТа. И сейчас личные вещи пассажиров, которые перемещаются через этот пункт пропуска, мы просто пропускаем, условно говоря, через эту рентгеновскую установку, и нам все видно, что же там идет. Достаточно быстро, эффективно. И я хочу сказать, что вот при помощи этой установки мы буквально недавно выявили недекларированных более 100 тысяч долларов США у одного из граждан, которые пересекали границу. Таможенные органы, они очень чутко относятся к различного рода нововведениям, в том числе и развивающиеся информационные технологии ставят себе на службу. И вот для того, чтобы, наверное, более эффективно выполнять свои обязанности, мы принимаем меры различного характера и в том числе совершенствуем как технологии совершения таможенных операций, так и внедряем новые информационные технологии. Вот в качестве примера я бы мог привести следующее, что на сегодняшний день порядка 24% экспортных товаров, которые оформляются в гомельской таможне, выпускаются вообще без участия инспектора. То есть почти четверть всего экспорта. 12% импортных товаров тоже выпускаются в автоматическом режиме без участия инспектора таможни. Что касается развития технологий, тоже совершения таможенных операций, мы проводим различного рода эксперименты, которые облегчают жизнь субъектам хозяйства. К примеру, если взять Гомель-Калинкович, то, что приходит в адрес субъектов хозяйствования железнодорожным транспортом, мы не помещаем под таможенную процедуру таможенного транзита, а товары сразу доставляются в те места, которые определены субъектом для их хранения. У нас эксперимент по экспортным товарам, по их отправке не из зон таможенного контроля, как это по большому счету определено таможенным законодательством, а из мест хранения, определенных самими собственниками и экспортерами товаров. То есть это сокращает и время. Не надо обращаться в таможню, не надо создавать временные зоны, не надо размещать, к примеру, в постоянных зонах, вот таких, в которых мы находимся. Вот. Не надо их... Ну, то есть и временные, и финансовые затраты, они минимизируются. Ну, и удобно, наверное, так. Можно привести пример того, что, допустим, на пункте пропуска новой орудия внедрена интеллектуальная система видеонаблюдения. То есть, по большому счету, въезжающая машина, да, если номер ее не загрязнен, очищен, то он сразу же отображается в информационных системах. Не надо выписывать никакие бумажные там, контрольные талоны и прочее. Все это уже давно в прошлом. И вот именно в этом плане мы продолжаем развиваться. И действительно, в постоянном развитии секрет успеха. Феликс Валентинович, в завершении интервью у вас есть хорошая возможность в преддверии профессионального праздника, с одной стороны, поздравить коллег, но с другой стороны, как руководитель, обозначить основные направления для развития в будущем? Ну, я думаю, что с этого действительно надо начать, с тех задач, которые перед нами всеми стоят, и задачи эти серьезные, вот, и мы прилагаем все усилия для того, чтобы решать их надлежащим образом. В первую очередь, это совершенствование нашего таможенного контроля, чтобы он был организован таким образом, чтобы минимизировать время взаимодействия заинтересованных и субъектов хозяйствования, и физических лиц, которые перемещаются с таможни. То есть мы должны быть для добропорядочных субъектов и физических лиц просто незаметны. Мы должны обеспечить взимание таможенных платежей в том размере, который определен законодательством. Ну и, конечно, правоохранительная составляющая нашей работы. Мы должны делать так, чтобы все совершенные правонарушения получили свою оценку. Ну а профессионального праздника, безусловно, все мы ждем с нетерпением, потому что праздник есть праздник. Мы всегда говорим друг другу добрые и теплые слова. И я вот, пользуясь случаем, хотел бы пожелать всем нашим сотрудникам и, в первую очередь, ветеранам, которым мы очень благодарны за ту помощь и в работе, и в воспитании нашего личного состава, самые теплые слова и благодарности за работу, и пожелания, и здоровья, и счастья, чтобы складывалось все в личной жизни, и в служебной, и чтобы все всегда у наших сотрудников было хорошо. Феликс Валентинович, вам и вашим коллегам успехов. Спасибо. И спасибо за интервью. Спасибо.